Государства — это живые организмы. Они рождаются, растут, достигают пика своего развития, стареют и умирают. И в этом они очень похожи на людей. Но это не единственное наше сходство. Как и человеку, любому государству нужна еда, энергия, что позволяет жить и развиваться. Государственная еда – это природные ресурсы, талантливые люди и их идеи. Не получая ресурсов, не создавая новых образцов успеха, государство начинает голодать, перестает расти и умирает. Больше никто не хочет жить в таком государстве, больше никто не хочет его защищать. Так умирали все великие империи. Сегодня самое сильное государство в мире – это Соединенные Штаты Америки. США – это такой огромный толстяк, который раскормил себя и теперь не может остановиться, кушая все больше и больше. Американская еда раскидана по всему миру. Это нефть, газ, металлы, люди. Без всего этого Америка просто умрет. И это плохо для них. Но значительная часть американской еды хранится в России. А это уже плохо для нас. Еда в России. Для американцев мы обитатели дикой деревни. Валенки, медведь, самогон. Неприятно, когда то, без чего ты умрешь, принадлежит людям в лаптях, которые не хотят тебе это отдавать. И ты встаешь перед выбором. Либо ты будешь есть все меньше и меньше, перестанешь расти и умрешь, либо ты заберешь еду. Они придут за едой. Они не могут за ней не прийти. Не потому, что они нас не любят или они наши враги. Нет, просто они хотят есть. Их государство хочет есть. А каждый отдельный американец хочет, чтобы автомобиль был мощным, одежда модной, дом больше, а свет ярче. И они уже совсем рядом. Они в Прибалтике, на Украине и в Грузии. Там расположены их военные базы и их ракеты. Угадай, на кого они направлены. У нас не будет войны с Америкой только в одном случае. Если они будут уверены, что наша армия как минимум не слабее их. Иначе, при малейшей возможности, они сделают все, чтобы нас захватить. Знаешь, почему до сих пор у них это не получилось? Потому что в нашей стране есть люди, для которых слово «родина» не пустой звук. Люди, которые нас защищают. Защищают наших девушек и наших матерей. Они дарят будущее нам и нашим детям. Дарят, когда служат в армии. Пока у нас есть армия, у нас не будет войны с Америкой. Но в армии не хотят служить, и уже недалек тот день, когда у них появится та самая малейшая возможность. И нас ждет то, что сейчас происходит в Ираке. Только дурак думает, что США пришли в Ирак, чтобы строить там демократию. Они пришли туда за нефтью, за государство. Едой, которой у нас куда больше. Без армии России не будет. Каждый знает, что служить в армии нужно. Но когда разговор заходит о тебе лично, ты почему-то говоришь «только не я». Почему? У тебя, естественно, найдется сколько угодно отговорок. Отговорок, которые делают тебя полугражданином своей собственной страны. Которые заставляют тебя с 18 до 27 бояться открыть дверь. Боятся получить загранпаспорт, кочевать из ненужного института в еще более ненужную аспирантуру. Заставляют придумывать болезни и не жить дома. И все это только ради того, чтобы, вдумайся, не защищать свою родину. Знаешь, очень смахивает на предательство. Ты не задумывался, почему ты жил и живешь спокойно, почему твоя страна не является колонией, как, например, Грузия. Все просто. Пока ты плясал на утреннике в детском саду, пока учился в школе, ходил в институт, бегал от армии, тысяча таких же, как ты, стояли на боевом посту. Чем они отличаются от тебя? Может, они просто честнее? Ну да ладно. Давай перейдем к конкретным причинам, почему ты не хочешь служить. Две самые популярные – дедовщина и якобы потеря времени. Убежал человек один. Убежал, потому что он не хотел вставать в 6 утра. Все в шоке. Ну это не по мне, я не хочу ходить в портянках. Он только из-за этого. Все. Сейчас молодежное движение «Наши» совместно с Министерством обороны начало реализацию революционного проекта «Наша армия». Если говорить о проекте, когда мы идем в армию, сплоченная команда, 9 человек, намного легче переносить все трудности и лишения, которые связаны с армейской службой, именно вот командой. Что мы тебе предлагаем? Собрать команду друзей и единомышленников и пойти служить этой командой в ту часть и по той специальности, которую ты выберешь. Более того, перед тем, как пойти служить, ты не только пройдешь серию психологических тренингов и курс физической подготовки, но и съездишь в часть, познакомишься с командованием, и даже получишь возможность обустроить место службы. Ты можешь взять компьютер и книги, оборудовать спортзал. Что получается? Ты не косишь от армии, отдаешь долг родине. При этом ты не заботишься о дедовщине, так как с тобой не только твои друзья, но за твоей спиной крупнейшая организация, способная защитить тебя на всех уровнях. Согласись, так служить куда более перспективно. Теперь посмотрим, как это работает.
что говорят про армию на гражданке, не соответствует действительности. Я пришел и набрал 5 килограмм за полтора месяца. Здесь не тюрьма. Я могу встать и попросить добавки, и никто мне не откажет. Все решаем абсолютно. Сержант, такие же пацаны, как и ты, только они отслужили полтора года. Это Леха Черничкин, он из Владимира. Леха собрал команду своих друзей и отправился служить по программе «Наша армия». Вот он в военном лагере «Селигер-2006», организованном движением «Наши», готовится идти служить. Вот он на тренинге и в спортзале. А вот он уже в рядах вооруженных сил. И он не боится. Он уверен в своем будущем. Он не придумывает и не ищет отмазок, не копит деньги на справку, и с загранпаспортом у него все хорошо. Он служит своей стране, потому что знает, если сейчас такие, как он, не пойдут служить, завтра некому будет защищать его семью, его родину. Мое мнение, если страны не будет армии своей, то у страны будет чужая армия. Какая бы армия ни была, в ней нужно служить, в любом случае. Говорят, наше поколение ничего не сделало. Говорят, в армии нечего делать. Говорят, дедовщину не победить. Попробуем. В наших силах это изменить. Проще всего сидеть на печи и ничего не делая, нудеть о том, что там не это, а здесь не то. Так делают большинство из тех, кого ты знаешь, из тех, кто сидит и пьет пиво в скверике, пока кто-то другой защищает его задницу. Куда сложнее пойти и своими руками что-то изменить. Это путь человека, который сильнее обстоятельств, путь воина. Стань одним из тех, о ком будут говорить. Они были первые. Они смогли сделать нашу армию сильной. Они смогли сделать Россию другой. Им было тяжелее всех, но они сделали это. Стань участником программы «Наша армия». Программа, она развивалась, и весной пошли 1000 человек, осенью 5000. Если на улице появятся ребята, которые будут говорить, да, я служил в армии, я этим горжусь, а не как сейчас, да, я в армию не ходил, и я этим горжусь. Хитрый, да, поступок, но не умный, далеко не умный.